Сборная Дагестана по вольной борьбе приступила к заключительному этапу подготовки к чемпионату России, сообщает сайт спортивной борьбы Дагестана. Главному предолимпийскому старту в ЦОПе одновременно готовятся обладатели золота и бронзы Олимпийских игр, 7 наград высшей пробы чемпионатов мира и 11 золотых медалей главных европейских состязаний. Среди них триумфатор игр 2008 в Пекине Ширвани Мурадов, решивший после 4-годичного перерыва в карьере вернуться на ковер, и самый титулованный борец в дагестанской команде тяжеловес универсал Белял Махов, который в силу разных обстоятельств в последнее время в основном готовился к соревнованиям за пределами республики. Вместе с дагестанскими сборниками занимаются их земляки-легионеры. Тяжеловес Али Исаев, Азербайджан, и полутяж Магомед Ибрагимов, Узбекистан. В Махачкале также тренируются члены сборной Казахстана Артас Санаа и Канат Бердыев. Учебно-тренировочными сборами руководят наставники республиканской сборной Сажид Сажидов, Майербек Исупов, Магомед Гусейнов и Арсен Гитинов. И еще о борьбе. В административном центре Чародинского района прошел международный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти героя Советского Союза Ахмеда Абдулмеджидова. Обладатели 12 комплектов наград определили более 160 спортсменов. Подробности в сюжете Дана Шугом. Подобные соревнования в Чародинском районе проходят с завидным постоянством. Выходцы и уроженцы этого региона Дагестана своими спортивными достижениями прославились во всем мире. Да и в Цурибе они находились по большому счету дома, а не только в качестве почетных гостей. Мне просто поблагодарить всех участников сегодняшнего турнира. Особенно хочу поблагодарить азербайджанскую команду, команду Северной Осетии. Мне просто пожелать сегодняшнего турнира, чтобы выиграл сильнейший на этом турнире. Всем вопросам пожелать здоровья и крепкого, чтобы победа пустила нас только на Кавказе. И дай Бог, чтобы у нас всегда было на нашей земле, чтобы всегда было мир. Обладатели 12 комплектов наград разыграли представители спортивных школ Дагестана, Республики Северной Осетии, Алания и Азербайджана. Ажиотаж вокруг этих соревнований не случайен, ведь борьба за первое место в каждой весовой категории была нешуточной. Были хорошие схватки, на самом деле, вы сами видели, наверное, полный зал был болельщиков. Здесь частенько проходят турниры, да, по вольной борьбе и по другим видам спорта, так что... В Цурибе Чародинского района, как и во всех других районах, любят спорт, соревнования любят. Да, и побольше бы таких праздников, конечно. Золотые медали в копилку команд Дагестана принесли представители Махачкалы, Хасавюрта, а также районов Чародинского, Ахвахского, Гунипского, Каякенского и Кизлярского. Одна награда высшей пробы отправилась в Республику Северная Осетия, Алания. Байдулла пригласил нас. Большое спасибо за такой праздник, за такое торжество, что мы сегодня видели в этом ауле, который на такой высоте находится. Одна природа тут чего стоит, не говоря уже о ребятах, которые тут борются, которые тут рождаются. Вообще все великие спортсмены Дагестана с этого района. И мы в первую очередь сюда будем каждый год, я надеюсь, приезжать, чтобы и опыта набираться, и делиться своим опытом. Победители и призеры этого турнира, кубки, грамоты и медали получили из рук чемпионов мира и Олимпийских игр. Дан Шугом, Магомед Ахмедов, Заур Магомедов. Время новостей, Чародинский район.